Всем большой привет. Распаковка. Тут Shining. И еще два каких-то заказа. По-моему, и Ченг, не Ченг. В общем, очень много ор. Очень классно. Сейчас пробую быстренько это все. Ух ты! Ух ты! Матрешка! О, там не одна. Ё-моё, сколько тут орхидей пришло. Смотрите. А, это нейтив. Точно, это нейтив. Это Афродита. Вот такая красотка. Вот так вот корни там спрятаны. Хорошие корни, классные. Сажать будет классно. И шикарные листва. И называется она вот так вот. Афродита Апари. Обалдеть. Так, тут еще. Это когда сидишь, ждешь две орхидеи, а приходит. Вот какая малышка. Это тоже нейтив. Так, бирочку, оп. С молодым листиком. Такая малышка, тоже закрученная. Там чуть мха, сухой. И это Афродита Апаяо. Фокус, приди. Фокус не пришел. Афродита Апаяо, я ее почему-то всегда называю Апапая. Она для меня. Так. И откладываем. Ух ты, я такого не заказывала. Что это? Я такого не заказывала. Ого, шучу, заказывала. Так, так. Во, это я уже по бульбам вижу. Такая красота. Ну, тут, как всегда, когда голая корневая, вот такие сухарики, но они живые, они смогут. О, молодой. Тут что-то. О, тут новый рост. Так. Ой, и тут новый рост. Класс. Ну, честно, деренка бомбезная. И это, о, это нянцепс. Но это что-то очень близкое по форме. Это лалиокатлея Бале фольклорика с безумно страшным клоновым именем. Я перепутала с анцепс, я там внизу еще бирку анцепс увидела. Но похоже для меня бульбы и листья. Шикарный гибрид с красивейшим цветением. Просто бомба и качество бомба. И сейчас, честно, не помню, и Ченг или Чинхуа. Кто-то из этих двоих. Где-то или в том я это заказывала. Обалдеть. Так, все. Поехали дальше. Так, мелочь. А где Шайнинг? Я ждала Шайнинг. Шайнинг, ты где? Так. Вот и Шайнинг. Вот такая красота. Чуть-чуть погрустнел в дороге, сухо. Но есть растущие корни. Хорошие. И это Intermedia Yellow Lip. Я ее очень-очень хотела, особенно после своих неприятностей с Intermediate Orange Lip. Я надеюсь, что она выберется. Ну, посмотрим. Это тоже должен быть Shining. Да. Вот такой тоже чуть-чуть погрустнел в дороге. Это ничего страшного. Все хорошо. Корни тоже хорошие, отопьются. И это вот такая редкость. Я ее безумно хотела. Я буду над ней жутко дрожать. Это Phalaenopsis Methoa Reflex Dragon Blue. И у него сумасшедшие цветы. Голубые, объемные, с таким желто-коричневым ободком. Бомбезное цветение. Один из таких вот гибридов, которые я действительно хотела. У Methoa шикарные гибриды есть. Очень-очень интересный. Я в диком восторге. Так, и вот она анцепс, на которую я положила глаз ранее. И немножко обманулась с фольклориком. Огромная анцепс. Зеленка. Ого, ого, вот такое получать приятно. Все как, ну, все долго едет, немножко подсыхает. Не смотрите, что бульбы немножко не наливные яблочки. Но посмотрите на эти корни. Это просто отпад. Теперь главное их сберечь.
Вот такая деленочка. Вот тут вот новая бульба будет. Так. Шикарный экземпляр. Чистые, офигенные листья. Вот такая. Наведись-ка, не наведись-ка. В общем, лилия анцепс с иероглифами. Буквально страшно представить, что там написано. Это деленка, которая шла под номером G. Обалденные цветы со сплэшами. Похожие на дисциплината. В общем, будем растить, будем смотреть. И уже, конечно же, цвела. Супер! Все супер! Я жутко довольна. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем таких же чудесных новинок и солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!